Боже! Яков, я выбралась. Слава богу, Лара. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Фиона, это ты? Птенчик! Ты жива, я так и знал! Боже мой! Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову, его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещал о тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней.
Лара, я рад, что ты все еще с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине, но мы тесним их где только можем. Если поможешь, мы будем только рады. Мы знаем, тебе можно доверять. Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара. Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Все-таки его нашла. Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Вот. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Невероятно. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал. Это она! Убейте ее! Лара!
Лара. О, нет. Нам надо поспешить. Троица скоро поймет, где находится источник. Но мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно. Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Надвигается буря. Эй, с возвращением. Больше золота, больше снаряжения. Нас вроде пока не засекли, но постарайся не светиться, ладно? У тебя не дурной вкус.
Надо где-то укрыться. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иона ждет. Иона. Иона где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, Троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет! Надо верить. Меня выбрала не Троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Как
Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Освободить пленника. Нам приказано быть настороже. Чего бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет его язык. Залив был перегружен. Мост не выдержал. Да тут все разваливается, только до танца. Будем докладывать? Без толку. Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали? Трудно сказать. Константин только что приказал всем собираться. Thank you.
что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже до смерти тут надоело. Терпение. Если справимся, перед нами будет открыт весь мир. А черт! Погоди, я гляну. Понял. Кажется, там что-то было. Я посмотрю. Есть! Прикрой! У нас гости! Прикрой меня! Вроде да. Бригады подрывников уже грузят вертолет. Константином в Сирии. Да, дела пошли наперекосяк. Из-за
за Крофт? Константин не ожидал ее там найти. Она обрушила на нас целую гробницу. Она для него как бельмо на глазах. Кстати, это Крофт. Открытие! На нас напали! Покончим с этим. Мне это начинает надоедать. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь... Thank you.
Ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Давай! Прошу, прошу, не надо! Не слушай его! Я всего лишь делал то, во что верил. Обыскать тюрьму. Убить всех. Прости. Надо было убить его. Но он был безоружен, я не смог. Ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Запри дверь. Приказано ее убить. Мы почти на месте. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Вас понял. Видим цель. Повторяю, видим цель. Ну, соединяйтесь к главному отряду. С этим мы разберемся.
отсюда. Прочесываем и ликвидируем. Прочесываем и ликвидируем. Держите ухо востро! Thank you.
Выжидай. Пусть сами к тебе подойдут. Последний. Это последний. Надо вернуться к Ионе. О, боже, только не это. Иона! Иона! Лара. Я здесь. Лара, послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить... Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. Ему недолго осталось. Нет, он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию, к Якову. Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя, справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Прижимай рану, подготовь его. Яков, в тебя же стреляли. Так это ты? Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек. Только не умираю. А святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует. И таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и сам тому не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетием. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяние ради власти. Троица поступит так же, но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. Этому надо положить конец. Отец! Они приближаются. Они силой пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли. Нет.
Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим Троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Как будешь готова. Знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга.